This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. Всем привет! Я очень рада, что вы зашли на мой канал. Меня зовут Алена, и в этом видео я хочу с вами поделиться радостью. Я участвовала в совместном проекте, который назывался «Свяжу себе мечту» и стала победителем. И вот этот вот подарочек мне прислала спонсор. Я его еще не рассматривала. Сейчас вместе с вами хочу посмотреть, что же здесь есть. Ну, сразу же мы видим, что какая-то большая бобинка. Это у нас буклированная пряжа. Очень красивый цвет. Бордовый. В составе. Что у нас тут в составе? 15% шерсть альпаки, 35% шерсть и 40% нейлон. 370 грамм. Я с такой пряжи вязала, но именно для себя, ну, как бы ничего нету, ничего не вязала. Мне очень приятно, в принципе, интересная пряжа. Думаю, что-то интересное можно придумать. Так, что еще у нас есть в посылочке, в подарках? Так, вот такая вот коробочка. Кстати, пахнет очень вкусно. Я так думаю, что это какое-то мыло в виде сердечек. Так, что у нас еще? Здесь у нас сладости, презентики такие для сладкоежек. Я, кстати, сладкоежка. Так, и еще какие-то ниточки. 4 моточка. Каталина. В составе у нас здесь идет катон и акрил. 68% хлопка и 32% акрила. 50 грамм, метраж 153 метра. Такая пряжа тоже неоднородная. Я думаю, что из этой пряжи тоже можно что-то интересное связать. Возможно, какой-то топ или маечку. Думаю, что 200 грамм будет достаточно. И цвет очень красивый, бирюза. Я такой цвет люблю. В принципе, и бордовый цвет я люблю, и бирюза мне очень нравится. Поэтому огромное спасибо спонсору. А здесь еще есть, значит, что это у нас, зеленый чай. И вот такая вот корзиночка для моточков. Вот такой замечательный подарок я получила от спонсора Валентины Кузьменко. Мне очень приятно. Для меня это было неожиданно. Я, в принципе, не претендовала на какие-то подарки. У меня достаточно много пряжи и своей. Но когда ты получаешь какую-то пряжу, то в любом случае ты получаешь какое-то моральное удовлетворение. А так как ты еще и выигрываешь в каком-то конкурсе, то это дает тебе мотивацию дальше творить, реализовывать свои идеи, планы. Так что, девчонки, не бойтесь, вяжите, пробуйте, участвуйте. Обязательно когда-либо вы победите. Кстати, сейчас у меня тоже проходит марафон, вернее, он начинаться будет 15 числа, благотворительный. И там есть тоже для вяжущих девочек, которые будут участвовать, которые будут показывать свои работы, будет розыгрыш призов, будут маленькие презенты. Поэтому, если кому это интересно, я ссылку оставлю под видео, подключайтесь к марафону, и обязательно кто-то из вас выиграет. Это замечательно. Вот и все. Такое коротенькое у меня видео.
Всем пока, до новых встреч. Заходите на мой канал, буду очень рада.